уже вводит мяч в игру. Шишин ему скинул, Чужков пробивается. Ой-ой-ой! Вот это момент! Ну, там был гол, кажется, еще до того, как Бриштель мяча коснулся. И Максим Чужков принимает поздравления. 4-1! Красивейший забитый мяч в исполнении Максима Чужкова. Ну, вот то, о чем мы с вами говорили, да, голкипер должен уметь играть ногами. И Максим Чужков, все прекрасно знают, каким ударом он обладает. И